20 июля 1917 года. Зарегистрирована торговая марка BMW. Марка BMW была зарегистрирована 20 июля 1917 года объединением двух компаний РЭП «Моторинерки» и «Густав» Отто Флугмашиненфабрик. Новая компания получила название «Бериски Моторнерк», сокращенно BMW. Изначально компания выпускала авиационные моторы. Эмблема BMW на самом деле не что иное, как вращающийся винт самолета. В 1919 году самолет, оснащенный мотором BMW, установил рекорд набора высоты 9760 метров, однако после поражения Германии в Первой мировой войне и заключения Версальского мирного договора, стране было запрещено производить оружие и боевую технику, в том числе и самолеты. Таким образом, BMW была вынуждена перепрофилироваться на выпуск моторов для грузовиков, легких судов и мотоциклов. К концу 1950-х годов компания переживала серьезный финансовый кризис. Контрольный пакет акций BMW хотели продать концерну Daimler-Benz. Однако, на собрании акционерам удалось убедить главного держателя акций Герберта Кванта в том, что BMW самостоятельно сможет пережить трудности. В том же году появилась новая модель BMW 700. Этот автомобиль был прост и доступен широким массам. 0,7-литровый 30-сильный мотор с воздушным охлаждением был расположен сзади и приводил соответственно задние колеса. Двухдверный кузов разрабатывался в итальянском кузовном ателье Мичелотти. За 6 лет было продано 29 242 автомобиля, что позволило компании не просто выйти из кризиса, но и успешно развиваться. Сегодня компания BMW G – немецкий производитель автомобилей, мотоциклов, двигателей, а также велосипедов, занимает 64-е место в списке крупнейших публичных компаний мира по версии журнала Forbes на 2022 год.